сотрудниками Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области на сегодняшний день установлены все герои видеоролика. Потерпевший студент 4 курса автотехнического колледжа, 1997 года рождения, житель Сарагашского района, организовал эти видеосъемки на одной из квартир в городе Шымкент, учащийся 2 курса технического колледжа города Шымкент, житель Байдбекского района, 99 года рождения. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности в 2015 году, и судом ему было вынесено решение 2 года ограничения свободы. Сейчас он подозревается в 3 фактах грабежа, которые он совершил тоже в техническом колледже. Потерпевший от заявления в органы внутренних дел отказался, мотивируя тем, что они просто игрались. В данное время проводится проверка полностью и будет приниматься окончательное решение.